Задим. Что это вас так интересует? Точки задим. Вот нарисовано. Нарушение Квадраева, это как бы был один из сценариев разрушения, нарушения гиперболичности. Это вот там за счет загиба? Да. То есть там должны существовать устойчивые траектории, устойчивые орбиты. Что они там есть? Скажите, пожалуйста, вам красненькая точка сверху. Подвижная точка. Там ее не видно, она там спряталась за стенку. И вот там снизу и сверху, снизу следы. Это следы чего? Проекции. А это проекции. Проекции, да, чтобы просто больные геометрии не помню какой. Еще другие там. А другие уравнения те же самые. Те же самые. Которые просто сюда для ерипитов там. Нет, ну какие те же самые? Уже как-то вот вылетел с головы. Вот такая система. Вообще, кто Иксы, да? Можно вопрос по отображению или там как бы... Отображение, это фактор отображения. Фактор отображения. Вот на нескольких слайдах вы как бы рисуете Бурстон диаграмму для разных значений параметра ню, правильно? Для ню одного, второго. Для ню одного, другого и потом да, еще. А вот могли бы вы, как бы, не знаю, для всех возможных значений параметров ее как бы построить? Ну, вы строите сечение вот этой Бурстон диаграммы, да. А ну, для ню одного, для второго, для третьего, а для всех значений параметров? Конечно, конечно. Они построены. Есть, да? Так, то есть как бы, это как вообще общий случай. Сечение, да, вот безусловно. Сечение. Это для иллюстрации, фактически. Сечение. И как раз интерес представляет, как выглядит синдиограмма. А параметров много, и она многомерная. Ну, в этом как раз и прелесть этой задачи. Ну, и теория. Ну, как это? Что чисто? Чисто это иллюстрация. Только, а все остальное теория? Все остальное теория, да. Да, и все там. Кусочек линейной системы интегрируется, отображение получается. Нет, вы потом склеиваете, у вас же как-то, не просто. Ну и что? Это все как бы все проделано аналитически. Чисто так получены картинки и как бы... То есть там типа теоремы, да, какие-то? Теоремы, конечно. Что существует странная трапка в такой системе каких-то значений параметров. Скажите, пожалуйста, а вот насколько вы можете управлять аттракторами, которые вы строите? В частности, можете ли вы их локализовать в пространстве? Можете ли вы управлять аттрактор заданные программные размеры? Локализовать в пространстве может, да. Как бы, вот, если задать в нормальной форме, там где через мю, то можно локализовать. Тут просто вот в данном виде очень удобно получаются неподвижные точки, которые как раз вы локализуете. Вот где гамма имеется единица, но можно для мю, и там все будет, как можно управлять. Вот, касательно фрактальной размерности. Вот можно, можете ли вы сконструировать аттрактор заданной фрактальной размерности? Нет. Спасибо.